Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера зашел на свой профиль в Инстаграм и очень был удивлен на самом деле. Ну, я его давно, так сказать, не обновлял, и вдруг смотрю, а у меня в профиле стоит цель. Создание источника пассивного дохода минимум в $2000. И я вдруг понял, что цель-то достигнута. Я достиг ее как-то внезапно и непонятно. Кстати, если вы еще не подписаны на меня в Инстаграм, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Ссылку, так сказать, ну, как бы, вы видите меня в Инстаграм. Итак, цель $2000 достигнута. Что я испытал? Вы знаете, какое-то... Я испытал удивление на самом деле. Как так? Я вот когда-то, несколько лет назад, ставил такую цель, которая казалась абсолютно недостижимой, которая казалась, что вот, блин, ну, то есть хорошо бы это сделать. Ну да, это программа минимум была, но тем не менее. И вдруг как-то вот внезапно это произошло. Да, я стремился к этому, я стремился создать источник пассивного дохода в $2000. Мне казалось, что этого вполне достаточно, чтобы жить, ну и, ну да, это как бы, в принципе, так и есть, это вполне достаточно, но я бы не сказал, что это много, потому что, смотрите, я не испытываю эйфории никакой, ничего, по-прежнему мне не хватает денег. По-прежнему, да, я не могу, так сказать, купить себе вот прямо сейчас машину, которую я хочу, потому что, ну, вот так. И я подумал, ну, как же так? Ну, с одной стороны, это мало, это немного, и надо ставить более высокую цель, конечно же, более высокую цель, с одной стороны. С другой стороны, я вдруг подумал, а как мне удалось добиться вот этого так незаметно? То есть я к этому шел, незаметно, и вдруг я понял, что для того, чтобы достичь этой цели, мне удалось благодаря последовательности очень маленьких шажочков, каждый из которых был буквально вот каким-то микроскопическим. И, ну, я просто делал их и делал, потому что, ну, я был убежден, что это надо делать. Я делал их не ради того, чтобы добиться к этой цели. Я, ну, не отслеживал каждый шаг, так сказать, его эффективность. Я просто их делал, и все. Маленькие-маленькие шажочки. И вдруг я обнаруживаю, что да, у меня уже второй месяц подряд пассивный доход больше $2000. Пассивный доход, именно пассивный. То есть я могу вообще вот ничего не делать прямо сейчас, просто вот я продолжаю делать, конечно же, вот, но я могу просто все бросить, уехать там на 4 месяца, на полгода в кругосветное путешествие, а доход будет идти. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, маловато, конечно. Поэтому я пересмотрел цель. Сейчас вы, когда зайдете в мой Инстаграм, подпишитесь на меня, вы увидите, что в профиле я изменил цель. Ну, более достойную, конечно, сказать, цель поставил, $10000. Она тоже, в принципе, не такая уж и заоблачная, тем более, когда $2000 уже как бы достигнуто. Вот. Что я хочу сказать? Когда мы ставим большие цели, нам кажется вначале, что они абсолютно нереальны. И мы просто начинаем, вот, мы держим эту цель в подсознании, а идем к ней каждый день, делая какие-то шажочки, которые, ну, микроскопические, которые приближают и нас к этой цели. И внезапно, как-то вот, спустя какое-то время мы обнаруживаем, что цель уже позади, а впереди у нас ждут новые вершины, новые свершения. Ну и вот так надо идти, на самом деле. В одной книжке я прочитал, что как съесть слона. Надо порезать его по кусочкам. Вот именно вот об этом была книжка. Это была книга Брайана Трейси.
«Оставьте брезгливость, съешьте лягушку» называлась. Она о тайм-менеджменте в основном, но вот именно об этом. И цель достигнута, друзья мои. Я иду к следующей цели, к 10 тысячам долларов пассивного дохода, и зову всех за собой. Присоединяйтесь. Ура!